Детские вещи, игрушки, специальное питание, манежи, раскраски. Все это приобрели молодые специалисты «Газпром-Добыча-Надым» в подарок Центральной районной больнице. Повод праздничный. Педиатрическое отделение учреждения заметно преобразилось после ремонта и своим ярким интерьером будет радовать маленьких пациентов в любую погоду. В палатах и холле появилась новая мебель, полностью оборудована игровая комната, созданы необходимые условия для детей, их родителей и персонала больницы. А подарки, собранные молодежкой во время корпоративной благотворительной акции, скрасят досуг малышей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Сотрудники нашей компании всегда откликаются активно на все благотворительные акции. А когда речь идет о детях, здесь, конечно же, не может быть двух «я», не может быть двух мнений. И мы получили большой отклик.